Всем привет, меня зовут Юля и добро пожаловать на мой канал. Сегодня откроем посылочку от продукции Only French. Они мне прислали посылочку на обзор. Всегда говорю и буду говорить, что кто в своем товаре уверен, тот спокойно отправляет без проблем. Видела эту продукцию на каналах у Татьяны Бугрей и It's My Nail Инны Максимовой. Девочки тоже хвалили. Вот что пишет Only French у себя на сайте. Мы искали гель-лак, отвечающий жестким требованиям профессионалов. Все знают, что пастельные оттенки гелей очень капризны в нанесении. Пигмент плохо просыхает, в лампе кисть полосит, и гель-лак неравномерно наносится. И мы знаем, что для многих мастеров поиск идеального гель-лака для французского маникюра – это настоящая проблема. Протестировав большое количество европейских образцов и формул, мы нашли тот самый гель-лак, который стал для нас и верим, что и станет для вас идеальным. Мы нашли абсолютно идеальную формулу гель-лака. Их главные преимущества. Сырье для гель-лаков поставляется с Германии, только оригинальная сертифицированная продукция. Что-то не устроило, вернут или обменяют в течение 14 дней без оформления лишних бумаг товар. И бонусы и скидки для постоянных покупателей и подписчиков в соцсетях. У них даже, кстати, есть канал на YouTube, я оставлю ссылку в описании. Очень приятные условия доставки, которые можно с легкостью найти на сайте. Там у них целый раздел для этого есть. А еще они обещают скидки для моих любимых подписчиков и зрителей 15% по промокоду Махонова. Ссылочки на весь товар и на их сайт будет в описании на канал YouTube. У них он еще, конечно, молоденький, там мало подписчиков, но, видимо, кто-то все равно еще смотрит. Ну, а теперь давайте посмотрим поближе. Так, это у нас салфеточки бумажные, многослойные. Очень нужная вещь, кстати. Вот такие я брала, мне они очень понравились. Больше я потом их не нашла. Так, ну, трафареты для френча. Не знаю, мне такие не нужны, потому что они не подходят по ногтям. Так, вот это вот хорошая вещь. Средство для обезжиривания ногтей и снятия липкого слоя. Дальше праймер бескислотный. База. Посмотрим на консистенцию. База густущая, подойдет для выравнивания. Сейчас мы на моем одном ноготке попробуем все. Топ. Вот топ очень приятной консистенции. Он не очень густой и не жидкий. Вообще классный. Я люблю вот такую вот консистенцию. Так, дальше у нас идет белый цвет. Ну, на первый взгляд, достаточно плотный. Сейчас тоже проверим. И нюдовый цвет. Основной под френч. Вот такой. Но для начала предлагаю выкрасить на типсы. Так, давайте очень-очень тоненьким слоем. Прям полусухой кисточкой она аж не успевает отдавать. Цвет моментально разравнивается. Я так чувствую, классный белый будет. Так, и 612-й. Да, на ноготки в два слоя ляжет идеально. На типсах оставлю в один слой. Думаю, вообще тут не надо ничего докрашивать. Так, вот подготовила я один пальчик. Спилила сейчас все. Сделала быстренько маникюр. Теперь, значит, уберем салфеточку. Обезжириваем ноготочек. Обязательно из-под краев, из-под кутикулы убираем пыль, чтобы она нам не мешала нигде. Ой, обезжиритель так вкусно пахнет. Вот. Обезжириваем прямо, чтобы скрипел ноготок. Так, дальше у нас идет праймер. Так, да, ноготок подсох. Наносим праймер. Достаточно его наносить только на отросшую часть ногтя, потому что
остается база все равно. До голого ноготочка я не допиливаюсь. Так, ждем немножечко, когда праймер высохнет. И затем уже наносим базу. Сначала делаем площадочку, по которой у нас будет капелька растекаться. И потом берем капельку. Не переборщите, иначе ноготочки могут выглядеть как плюшки. Так, помогаем выравниваться. Так, ну все, сушим. Липкий слой базы масляный, поэтому я это масло убираю. Но он прямо не липкий, а прям масляный. Так, теперь наносим нюдовый цвет. На сайте цветов, кстати, много. Можно подобрать под собственную кожу. Для этого лучше посмотреть, наверное, как раз выкраску этих гель-лаков. Так, оставим на второй слой еще. Так, я вот сейчас пока кутикулю подводила там, под кутикулу, чтобы было. У меня весь цвет выровнялся, поэтому второй слой я не буду делать. Вот протормозило, уже у меня потекло. Поэтому убираем и быстренько в лампу. У гель-лака хороший липкий слой, но я боюсь, что белый гель-лак по нему может потечь. Поэтому убираем его. Чтобы у нас граница хорошая была, обязательно снимаем липкий слой. Ну и теперь приступаем непосредственно к самому френчу. Попробую сделать сначала вот так, а потом уже кистью буду дорисовывать. Уж сильно идеальный френч вырисовывать сейчас не буду. Ну вот, оставлю пока так. Вы посмотрите, белый плотный гель-лак. И вы посмотрите, какая ступенька. Она вообще минимальная. Надеюсь, вам видно. Ее сильно-то и не придется даже выравнивать. Сушим. Так как мне придется еще немножко походить с этим ноготком, а он у меня с этим не сочетается, поэтому я сначала прикреплю стразики перед тем, как покрыть топом. А вот с липким ли слоем топ, сейчас я это узнаю. Ну, прям консистенция очень приятная. Перебор. Так. Ну вот, в принципе, у нас и все. Отправляем сушиться в лампу. А знаете, что я вам скажу? А топ-то не светится в лампе. Тот, который светится в лампе фиолетовым, вот они вот у меня на мне. Они всегда на черном синят, а на белом желтят. И этот, представляете, этот, наконец-то я нашла такой топ, который не светится в лампе. Потому что у меня девчонки, когда с черными ногтями ходят, они ходят днем на улице все время с синими. Чисто черный цвет не получается, этот 100% получится. Вот этот как раз не светится в лампе. Так, проверим на липкость. Да, вроде он без липкого слоя. Как бы ничего не прилипает. Так, ну вот такой результат у меня сегодня получился.
Вон тут отсвечивает, как у меня блестит палец. Так, ну вот наподобие такого что-то вышло у меня. Вроде бы нормально. Френч-то. Ну, кривоватенький, конечно. Но это надо приноровиться. Продукция вообще обалденная. Что база моментально выравнивается, что топ классный. Вот, вот это все очень вкусно пахнет. Вот праймер не очень, конечно. Ну, праймер он и не должен вкусно пахнуть. Вот, цвет, в принципе, вообще классный. Мне подошел 612. Я думала, что он мне не подойдет, потому что он на первый прямо вид какой-то рыжий какой-то кажется. А вам не передает он такой цвет. Но на ноготке получается очень здорово цвет. Блин, как бы вам показать без этого? Вот так. Очень натурально выходит. Ну вот, в принципе, вот так вот получилось. Я думаю, очень даже ничего. Вообще классная продукция. В принципе, девчонки, она не сильно дорогая, но и не дешевая. То есть эта продукция занимается специальными френчами. Не специальными френчами, а специально френчами. Вот. Поэтому у них, видимо, эта вся продукция просто идеальна. Всем советую, протестировала на себе. Вообще крутяк, мне очень нравится. Супер-пупер. Так, ну а кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.